Всем привет! Обзор кухонной вытяжки Mountfield Fast Glass 60. Fast означает, что она быстрая, имеет две скорости вытяжки. Первая, вторая, чуть позже покажу. Glass означает стеклянная передняя панель, вот это вот. 60 сантиметров установочный размер. Вот так вот она включается. Загорается подсветка, состоящая из двух фонарей, довольно-таки яркая. Вечером вот эта вот зона, где варочная панель, освещается очень хорошо. Здесь находятся кнопки включения подсветки. Вот включаем раз. И кнопки включения вытяжки. Первая скорость. Нейтральное положение. Вторая скорость. Два жироулавливателя, которые нужно мыть по мере загрязнения. Снимаются они вот здесь защелка, ее нажимаем, тянем вниз, вытаскиваем первый жироулавливатель. Защелочка, нажимаем, тянем вниз, снимаем второй жироулавливатель. Двигатель с левой и с правой стороны находятся угольные фильтра, которые снимаются. Вот так, здесь педальку такую нажимаем, снимаем. Фильтр сам выглядит вот так. Приобретал я их отдельно, в комплекте идут две штуки. Ну, также приобретал там же, где и саму вытяжку. Вот. Установка фильтра производится таким образом. Вот я вытащил левый фильтр. Вот это длинная пипка. И вот здесь вот сверху двигателя есть куда ее вставить. И вот здесь вот куда защелкнуть, то есть вот этой длинной штукой мы засовываем вот сюда, вставляем, попасть очень легко, и нижняя вот эта защелкивается вот здесь вот. Чтобы снять, нажимаем вот эту педальку, тянем, оп, и вытаскиваем, соответственно, производим замену. Вот специально сохранил себе бумажечку от этого фильтра с названием CF-150. Диаметр фильтра 12 сантиметров, чтобы можно было потом заказывать эти фильтра. И этот фильтр, он идет именно под эту модель вытяжки. В комплекте с фильтром идет, в комплекте идет два фильтра. Устанавливаем жироулавливатели обратно на свое место. Можно ставить вот этой защелкой либо так, кому как нравится. Здесь вот есть такие отверстия, куда мы вставляем аккуратненько, и с этой стороны, нажав защелку, вставляем в свои места. Она вот защелкивается, и побольше который жироулавливатель также в пазики вставляем, и здесь защелкиваем. То есть монтаж производится довольно-таки очень легко. Все, на свое место все встало. Включаем свет, включаем первую или вторую скорость вытяжки, как вам нравится. Закрываем, автоматически все выключается, свет и вытяжка. То есть, когда начинаем жарить, варить, открываем, и сразу включается автоматически подсветка и первая скорость вытяжки. Данная вытяжка приобреталась в фирменном магазине Mountfield в Москве с доставкой. Также я там заказал оба фильтра, все пришло в целости и сохранности. Сам бренд Mountfield – это английский бренд. Кухонные вытяжки Mountfield производятся в Турции. Гарантия на данную вытяжку 12 месяцев. Мы довольны покупкой. Сама вытяжка стоит 6000 рублей, а фильтра стоят 700 рублей. Все, всем спасибо, пока!